Студент Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства стал победителем национального чемпионата по компетенции «Печное дело». Соревнования прошли в Нижнем Новгороде. За победу боролись 6 конкурсантов, победители региональных этапов. С лучшим печником республики и страны познакомилась Татьяна Леонтьева. Легких ударов молотком и кирпич садится в ряд. Для проверки уровень. Кладка должна быть ровной по горизонтали и по вертикали. Кирпич с кирпичом Миша Федоров выкладывает печную трубу четверик. Так называется кладка в 4 кирпича. С арочным зонтом уходит где-то 10 часов с штукатуркой. За работой студента внимательно следит педагог Василий Сафронов. Здесь идеально. Отлично. И горизонталь. Горизонтально так, что... Вот так на протяжении нескольких недель с утра до вечера они вместе отрабатывали конкурсные задания. Их было 4. Одно теоретическое и 3 практических. Труба-четверик, варочная плита и отопительный щиток. Самое сложное было, по мне, это плита. Почему? Почему? Там как бы этот слишком много кирпичей идет, и внутри также надо... кирпичи резать, там еще дверки есть. Юноша признается, на чемпионат ехал только за первым местом. Уверенность, настрой и профессионализм – качество победителя. У него, конечно, и приемы выполнения кладки качественные. И как он соблюдает технику безопасности, вот, технологии выполнения кладки. Миша, он... во-первых, послушный и внимательный, мимо ушей не пропускает никогда и схватывает сразу и выполняет на отлично. Миша учится на втором курсе по специальности техник-строитель. Его рабочая профессия – каменщик. Но себя он видит именно в печном деле. Каменщиков много, как бы, учится, а печников как бы становится все меньше и меньше. Мне уже предложили работу, как бы сначала стать учеником, смотреть, учиться. Потом уже предлагают самому объекты в домах строить, также печи, камины. Компетенция «Печное дело» в соревнованиях WorldSkills пока демонстрационная. В будущем она войдет в список основных. И случится это должно на следующих региональных чемпионатах рабочих профессий. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.